Денис Козлов – самый юный участник конкурса на высоте 45. Ему всего 19, но, несмотря на возраст, Денис уже точно знает, какой бизнес необходим нашему городу. С 2011 года я увлекся велоспортом, понравилось это дело, занимался. И так как у нас велосипедная инфраструктура в Кургане вообще не развита, нет ни сервисов, ни прокатов, ни продажи как таковой, захотелось вот заняться чем-то увлечением своим, превратить его в работу. Состязание молодых предпринимателей проводится в Кургане впервые. 10 июня состоялось открытие конкурса. Были сформированы 4 команды по 5 предпринимателей в каждой. И теперь под руководством опытных бизнесменов начинающие работают над созданием своего дела. К сожалению, со всеми участниками не удалось мне познакомиться, потому что работают участники больше с наставником в своих командах. Вот. У нас наша ассоциация, она вот там только 5 человек ведет. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы со всеми познакомиться, потому что я вот сейчас посмотрел, как у ребят глаза горят, и вот та энергетика, которая от них исходит, ну это супер. Но не все участники дойдут до финала. По итогам ежемесячных отчетов, в ходе которых молодые предприниматели выступают с презентациями и участвуют в мозговом штурме, будут отсеяны наименее активные. Наставники, они же экспертная комиссия, должны будут сами определить выбывших. Несмотря на жесткие конкурсные требования, организаторы уверяют, что никто не останется за бортом, так как одной из целей проекта является сплочение ребят внутри команды, чтобы в будущем они смогли открыть совместный бизнес. Как минимум, эти предприниматели уже станут чуточку лучше, чуточку успешнее. Мне лично, как наставнику и как сопредседателю ассоциации, это и приятно, и вдохновляет на будущие проекты. Конкурс продолжается, и только в ноябре мы узнаем имена победителей, которые получат не только колоссальный опыт, но и денежные призы. Кристина Пестерева, Никита Мухин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».